поверить в то, что у этого великана за моей спиной Бурейской плотины была такая драматичная история. Гидростанция, проект которой родился еще в прошлом веке, вместила в себя несколько эпох. Бурейская ГЭС помнит молодежные студенческие отряды конца 70-х, ударную стройку 80-х, застой, безденежье и голод 90-х и, наконец, вторую жизнь 2000-х. Со времени пуска первого агрегата прошло 10 лет, и в этой последней, шестой по счету программе мы уже меньше будем говорить об истории, а больше о современности в рамках проекта «10 световых лет». После пуска первого агрегата в 2003-м второй пускали, что называется, по-домашнему, без высоких гостей и особых торжеств. Первые два ребенка Чубайса, как он сам называл агрегаты, снизили зависимость энергосистемы Дальнего Востока от угля и мазута, сэкономили затраты на производство электричества. Третий агрегат пустили в 2004-м, четвертый в 2005-м, пятый и шестой в 2007-м. Сегодня, конечно, это надежная очень станция. Все было апробировано на всех режимах. И водосбросная часть плотины была отработана на всех отметках, на всех этих паводках и все прочее. Была отработана прекрасная работа самой станции. Вот. И сегодня, конечно, эта станция красавица. Энергия идет в Хабаровск, в Приморский край. Бурейский великан – плотина весом примерно 15 миллионов тонн и высотой с 50-этажный дом вобрал в себя немало новинок. Наружные грани плотины выполнены из вибрированного бетона, морозоустойчивого и водонепроницаемого. А внутренняя часть сооружения – из укатанного бетона. Это стало первым в мире опытом массового применения укатанного бетона для такого сооружения в суровом климате. Были найдены и новые технологические решения по турбине, генератору, системам управления. Бурейская ГЭС теперь одна из лучших гидростанций в стране по оснащенности новейшим оборудованием. Если раньше для управления, значит, агрегатами там применялось электромеханическое там оборудование, автоматика, которое представляло какие-то огромные шкафы, то сейчас и требовалось очень много электромонтажников, то сейчас с завода поступает все такими блоками небольшими, на месте монтируется и очень быстро происходит. Мы поначалу думали, давно уже не пускали, в стране пусков никаких не было, что понадобится много наладчиков, а на самом деле все гораздо проще происходило. Уникально и комплектное или газовое распределительное устройство. С его помощью ток и поступает в другие регионы. Монтировать устройство приехали специалисты из Швейцарии. Они работали, строго соблюдая предписанный контрактом рабочий день с 9 до 17. И руководители стройки никак не могли уговорить их ускорить работы, продлить рабочий день. Но потом и швейцарцы включились в ритм, задаваемой стройкой. Выдача мощности третьего и последующих гидроагрегатов идет по 500-киловольтному кабелю. Он проходит под землей через тоннель и шахту, которые прорублены прямо в скале. Эти кабели специально изготовили в Германии. Такое подземное размещение значительно повышает надежность работы оборудования. На ГЭС сейчас работает около 400 человек, и уже появляются первые трудовые династии. У Антона Чувакина, начальника смены машинного зала, родители приехали в Талакан по комсомольской путевке. Они одни из первых начинали строить плотину. Сам Антон работает здесь вот уже 11 лет. Родители, когда строили, рассказывали, что работали на тех ГЭС, как там красиво, как там интересно. Ну и плюс, как бы сам, когда строил ГЭС, смотрел, как она поднимается, как возводится, как монтируются агрегаты. Всегда было интересно послушать пуск, как вода пойдет по водоводу, как начнет крутиться турбина. Хорошо здесь. Природа, речка, охота, рыбалка. Все здесь есть. Сложилась так судьба, видимо. Недаром было у нас написано «Талакан – судьба моя». Где родился, там и сгодился. Я считаю так. За время строительства ГЭС строился и поселок Талакан. Сейчас он насчитывает около 6 тысяч жителей. Так получилось, что Талакан поделен на две части – постоянный и временный поселок. И в каждой есть своя школа. Причем такая, что не всегда в городе подобную найдешь. Кроме того, создана необходимая инфраструктура. Сама же станция почти достроена. Официально в постоянную эксплуатацию комиссия, одну из крупнейших в России ГЭС, примет в 2014 году. Осуществляется электроснабжение дальневосточного региона, регулирует частоту в энергосистеме. Станция современная, оснащена
новейшим оборудованием. Работают прекрасные люди, хороший коллектив, грамотные, ответственные, дисциплинированные. Ну, Бурейская ГЭС – это круто. Сейчас недалеко планируется строить еще одну плотину – Нижнебурейскую. Пуск первых агрегатов намечен на 2015 год. А Бурейская гидроэлектростанция стала самой крупной на Дальнем Востоке, обогнав свою старшую сестру – Зейскую ГЭС. Установленная мощность Бурейской ГЭС – 2010 мегаватт. Она способна вырабатывать более 7 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это сравнимо с годовым потреблением электричества в Амурской области. А те, кто строил эту ГЭС и работают здесь уже много лет, доказали главное. Есть такая профессия – родину освещать. Как бы подчас ни было трудно это делать.